Саша Сказко. Мне 8 лет, и я из города Харьков. Это работа дельфины. Я нарисовала их в честь того, что я их люблю, и всегда, когда приезжаю на море, мне дается их видеть. Я их очень часто рисую по-разному. На этой картине я нарисовала семью дельфинов и друзей дельфина. Они на закате и показывают на картине свою любовь. Дельфины всегда придут, на помощь человеку, животному, и всегда помогут ему. Эту работу я нарисовала гуашью, пастелью, карандашами и фломастерами. И размер этой работы 29 на 40 см.